Дамир доедает свое мороженое, я уже свое съела. У нас тут, как всегда, голуби. На самом деле их много, просто если я буду снимать дальше голубей, я тогда буду снимать людей. А я думаю, мне понравится, если я буду не основной камерой их снимать, а как сейчас разворачивать фронталку прямо на них. То есть, ну, это будет очевидно, что я их снимаю. Мне кажется, им это не совсем понравится. Вот. Хотела сказать, просто у меня не разворачивается камера в телефоне во время съемки. Хотела сказать такую мысль. О, ты уже поел? Хотела сказать такую мысль, что иногда, когда люди некоторые смотрят мои видео, они мне заявляют, что я не могу быть в находке, потому что в находке, так как я не разговариваю. Ну, во-первых, я же снимаю места, где... Вытираю пальчики. Я снимаю места, где? В находке, правильно? Правильно. То есть я что сейчас вру, что вот я не в находке, вот апельсин по школьной. Вот, площадка детская, речка. То есть, ну, я в находке нахожусь. Это во-первых. Во-вторых, по поводу речи. Вот это вот вообще меня просто смешит, потому что городу где-то 70 или 71 год, что-то около того. Огромное количество приезжих, и как тут только не говорят, друзья.